это у нас получается 10 часов вечера. Что-то ночь забыла про нас. Давай. Юр, не туда руль, ёпта. Юра, блядь. Стой, блядь, стой. Юра, блядь, не есть на верёвку, ты её намотаешь на колесо, блядь. И давай это, в натяжку, Юр. В натяжку, иди потихоньку. А руль будет, вы решили, как там ехать ему? Ты просто, да, блядь, когда на руки отпустите за штуку. Нейтралку включи, Юр, нейтралку. Слышал? Нейтралку включи. Ну, короче, на Серегу поверни. Серёж, покажи, куда руль повернуть. Он не чувствует, где колеса. Пошел! Не газуй, Юра! Юра, не газуй! Это все равно не помогает здесь. Вот так вот мы за щукой поехали. Щука, сука, большая, наверное, была бы. Пешком не пройти. Встань вот туда, Юра, где я стоял. Глубина какая колеи. По колено. Крузака посадили. Здесь еще сейчас на Витаре поедем. Ну да. Лебедка пошла. Попёр потихоньку. Не смотрит, готовы отключить.
Лановцы. Это как надо вокруг сейчас вот здесь, наверное, накатывать, да? А? Он мордой встать и лебедкой зацепить. Лебедка. Да ну лебедка, не лебедка, тебя как на брюхе тащить он будет. А как? Вот здесь можешь проехать. Я вот туда крючком приеду. Да он тебя скинет по-любому. Он днищем, вон, видишь? Хуярит на днище. А в следующую поездку тебе тоже лебедку ставят, Ира. А, на моей? Она у тебя плоская, будет хорошо идти. Все, приехал. Бля, впереди еще вообще капец. Я вот калитражечка вышла, да? Ну да. Ты уверен, что я дальше проеду? Сразу две приехали. Нихуя там канал. Пацан, там канала пиздец. Слышь, Макс, а может его сейчас пустится, здесь ровная. Меня назад чуть-чуть попробуешь. И что это даст? Вот на бок попробуй. А! Зачем ты на тормоз жмешь, Юр? Подожди, он еще не натянул его. Что у них, лебедка наебнулась или что? Стой! Правее руль! Не газуй, не газуй, но тебя не тянут ведь. Ну не так все страшно было. Ты же за окном такая жуть.
Вот они. Вот это комарики. Пошел! Не газуй, Юра! Колесо выключил. Ой. Юра, не газуй! Тебе это все равно не помогает здесь. Мат, ты здесь? Мат, ты здесь? Меня подвинься. Меня подвинься чуть-чуть. Все. Меня. Прямо, прямо, прямо. Стой, 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 стой. Туда, 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 туда крути, блядь. Ты же свалишь, подожди. Ну сейчас. А что, плохо видео будет, лучше на горизонтальное делать. Сейчас у меня, смотри, ты показываешь, ты готов, не готов. Я понял, я переживаю за тебя. Даже меня ты не газуешь. Ты не газуй, главное, сильно. Подожди вот так. Нейтрально не едет. Ну давай подождем. Вот он вообще идет. Да там плотно, я сам раскатал. ДМВ, все. Ой, брод, как денег. Субтитры сделал DimaTorzok.
зарабатываешь. Семь минут первого ночи. Мурманск. Красота. Первую навигацию ушло 218 человек. Ну и первые 5 лет общее количество здесь по 220-240 человек работало. Причем это только вклад в состав. Если какая полярная экспедиция, исследование на ледоколе, то с прессой, с учеными по 300 человек выходило. Ну, в дальнейшем экипаж был сокращен. Здесь активно велась подготовка кадров. Готовили специалистов, инженеров. Мужики, а что это такое, вот смотрите? Пьяный ручей. Вот вид из окна какой был у людей. Ванная комната, кухня с печкой. Thank you.
Да, здесь кирпичом а отделаны, что ли? Что это под кирпич? А воина. Тогда нужно точнее. Это красный рисовали. Ольга. Извини, попрошу. Вот это сделать. Только ты аккуратнее, окошко открой. Открой окошко. Оно же срывается, Макс. Пчела, сука, залетела. Смотрите, да, рыба. Стадо несется, олень какой большой.
место нашей стоянки. Залив. И наш лагерь. Что ты, Юра, позируешь? Короче, слышь. Камеру в это, свет включил. Ёбушки-воробушки. Палатки для вещей пока что. Пошли, Серёга, проходи. Да, только надо. Наше с Юрой спальное место. Баня-кухня в дождливую погоду. Бля, пацаны, вот все-таки, думаете, прям так питается? Здрасте. Уже вот это, я понимаю. Кухня. Море показал? Да. Если хотите, там бутылки бери. Только хардкор. Иди сюда, ну. А это у нас сегодня на ужин это. Привет, Петрович. Вьетнамская, тайская, рыбачья. Какая там? Американская. Ребешки, гребешки мелко рубленые. Соленые. Так, а комары, короче, тоже, да, есть? Ну, тоже подготовка в море выход. Пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один. Те, кто брал Берлин. Аккуратно, рыбок не раздави. Памятен был свой герой. И глаза молодых. Ну, вот смотри, какой-то и сам включается на радио. Джунгли Карелии. Чего это так заскрипело, интересно? Да камушек попал. Ты мне все звуковое сопровождение портишь. Затроллили пацана, а? Да. Вот где съемки проводить надо, каких-нибудь, знаешь, инопланетные. Петрович, передай привет. Всем привет. Отлично. Солнце мое, взгляни на меня.
Вы шайтан! Вон, смотри, какие морские черви. Вот тебе бы сюда. Сколько у него ног. Выпей, работа идет, давай, выпей. Давай. Вот запить, Там баба будет? Ох, блядь. Thank you.
И чё я камеру включал? Капец Рикстону. Развалилась граната. Там где-то океан. Километров через 15. С той стороны Норвегия граница. Совсем рядышком. Ближе к мысу немецкому. Сейчас здесь отлив. И это все дно. Это коричневые водоросли. Вот, Вова идет. Он, считайте, под водой. Красота. Вот и пришли. Самый север мыса немецкого. Отлив. А если здесь будет прилив, то как тут поехать? Пиздец, как мы вовремя, да? Это все под плану, Макс. Дрожь без планировщика. Ну да, смотри, тут, блядь, было бы это тогда. Тут проедешь. Угу. А? Ну конечно, тут насколько вода, смотри, по камню даже насколько вода поднимается уровень. У нас в салоне была бы вода. По шейку нам. Красиво камни концентрируют. С водой торчат. Thank you.
Слушай, ты меня, конечно, поверил. Давай. Да, блядь, он будет полчаса. Медведь за ним не идет. Голый есть лак для ногтей. Короче, выйди сюда на секунду. Быстрее. Только тихо выходи, тихо. Вон он. Вот отлив. А он лагерь. А вот ежок.